думали, как связать мобильное приложение с магазинами, с телевидением и радио. Получается, придумали, что, например, идет сериал, там шоу, и вот части там цифр, которые идут в определенный момент, нужно собирать из них код, а потом вводить в мобильное приложение, вам будет скидка. К примеру, такие сезонные скидки, когда там Новый год, Пасха, когда у вас наборы должны быть очень большие продуктов, вам скидка, и это было бы очень хорошо. Так, секунду, еще раз проговариваем, поскольку это новая для нас идея. Я телезритель, я смотрю сериал, условно, мыло на каком-то канале А. Вы это мыло, сверху экрана, да, телеканал подмешивает, титром ставит какие-то буквы, цифры, да? Да, да. Эти буквы, цифры за счет того, что ты его смотришь, ты его ввел, получил от спонсора трансляции печеньку. Да, и, например, как это могут быть и продукты, также и магазины, там, одежды и тому подобное. И сами эти магазины захотят больше себе продаж, придут на телевидение, скажут, вот мы хотим такую сделать скидку. То есть, в принципе, достаточно дешевая точка входа, поскольку региональный телеканал, точное мапирование, точное понимание, я сейчас просто пытаюсь понять бонусы, да? Юзеров. Какое-то, блин, собрание Фольки Шабеубахтер. Хорошо. То есть, по сути, локальный канал может отдельно продавать свои какие-то спонсорские фишки. Да, региональная промо, вмешивая его в тот продукт, который он тупо даже ретранслирует с совершенно примитивными техническими инструментами. Это воспринимается аппликухой. И, соответственно, человек получает печеньку. Бизнес-модель я понял. А, вопросы менторов, комментарии, пожалуйста. Да. Вопрос. На Татьяну. Ребята, вы делали, часть проверяли? Короче говоря, не проверяли ли, было такое или нет? Мне кажется, что было. На 1+1. Нет? Да, на 1+1. Мы реализовывали похожий проект, когда надо было призы вылавливать из телевизора. Просто насколько оно работает, оно работает, но отклик Питера очень. Не, ну а, например, если это вопрос. Но если это промо-скидка, да, кажется, это больше имеет право на жизнь, особенно в региональном разрезе. Потому что в региональном разрезе рекламные блоки никто не смотрит, региональные. А вот именно такое решение, это, мне кажется, имеет право на жизнь. А что есть? Идея, эмоции связались. Идея. То есть вот она сейчас вкладывается в три предложения, я вижу эту экосферу. Да, это будет интересно рекламодателям с региональными акцентами, да, и небольшим нишевым телеканалом. Да, в том же мобильном приложении можно анонсы делать. Там не работает прямая реклама, и это очень нужно. Да, там не работает прямая реклама, там можно делать анонсирование. Короче, допиливайте более адекватно идею хотя бы на стадии там бизнес-модели к 3 часам. Вы еще вопросы? Ко мне подойти, я скажу более. Так, готовый. Хорошо. Человек. Еще вопросики? Нема. Да, пожалуйста. А скажите, это вот картинка, например, какой-то сериал, да? То есть там одежда, мебель, еще что-то, и какой-то код. Это код на что? Это на одежду, на мебель или... Нет, это может вообще быть все что угодно. Вот это... Там вообще, ты смотришь сериал «Дурна Катя», не родись красивой в смысле. И, короче, тебе просто по экрану говорит, вот в нашей аппликухе там от спонсора «Салтевские ковбасы», короче, там набери код и получи палку колбасы «Сервелат» со скидкой в 9%. Новой почтой. Свежак. Я ответил, да, на вопрос? Допиливайте идею, вот вам готовый ресурс. Хорошо. У нас кто-то еще есть. А вон же наши прекрасные люди. Спасибо. Спасибо.